Говорит радиостанция «Свобода», у микрофона Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии сегодняшний гость радиостанции «Свобода», известная русская писательница Нина Николаевна Берберова. Нина Николаевна, русская зарубежная литература получила новую книгу, благодаря вам, книгу «Собрание стихов поэта Ходосевича». Расскажите, пожалуйста, об этой книге нам. Книга только что вышла в Мюнхене. Это собрание стихов Владислава Ходосевича, который родился в 1886 году и умер в 1939. В ней 240 страниц. И кроме стихов, которые занимают, конечно, большую часть книги, стихи с 1913 по 1939 год, значит, кроме этих стихов, еще есть комментарии, сделанные лично Ходосевичем к своим стихам. Есть две фотографии, из которых одна чрезвычайно редкая, просто уника, и библиография краткая, краткая биография. А фотография – это только портрет Ходосевича? Нет, фотография группа, и очень любопытная. Кто же там? Снимались в 1923 году в Берлине. Ходосевич, Борис Зайцев, Андрей Белый, Ремезов, Муратов и я. Нина Николаевна, а не можете вы рассказать подробнее о поэте Ходосевиче? Потому что в Советском Союзе среди литературных кругов его поэзию знают, но главным образом поэзию первого периода, до 22-го года. А эмигрантского, так сказать, периода очень немногие знают. Его можно причислить к последним символистам, но он сочетает в себе и русский классицизм в пушкинской традиции. Он выпустил несколько книг еще в России, а в 27-м году в Париже вышел сборник его стихов, уже более объемистый. Да, его в Советском Союзе знали, и он каким-то образом очень тесно связан с первыми годами после революции, когда жилось тяжело, времена военного коммунизма, голода, холода и всяких испытаний. У него много стихов этого периода и об этом периоде. У него есть поэма «Сорентинские фотографии», которые были написаны в Соренто, когда он гостил у Горького. Он там жил три зимы. И какие годы? Это были годы 23-й, 24-й, 25-й год. И в это время как раз он очень был дружен и близок с Горьким и его семьей. Ходосевич делил как-то свой труд между поэзией и критикой, и, между прочим, историко-литературными тоже книгами. Например, у него довольно много и очень интересных статей о Пушкине. У него есть книга «Жизнь Державина», замечательная книга, которая, конечно, в Советском Союзе имела бы громадный успех, если бы ее там знали. И книга воспоминаний, очень интересных, о Брюсове, о Белом, о Блоке, о Гумилеве, о Горьком. Нина Николаевна, насколько я знаю, Ходосевич был вашим первым мужем. Да. Я говорил уже о том, что его поэзию знают в Советском Союзе, но не знают его стихов последнего периода, эмигрантского периода. Я надеюсь, что книга, которую вы издали и редактировали с такой любовью, дойдет в Советский Союз. Нина Николаевна, думаете ли вы, что ваши книги доходят в Советский Союз? Кое-что доходит. В Советском Союзе у меня есть старые друзья, с которыми я вместе начинала. Они, конечно, знают меня и помнят меня, как и я их. А затем есть молодые. Тут я могу вам рассказать один маленький случай, который вот я на прошлой неделе только узнала. Пожалуйста. Приехал один мой друг, который был в Ленинграде, и там встретил двух молодых людей. Они себя называют русскими битниками, русскими сердитыми молодыми людьми. Они ходят в синих, холщовых штанах, что ли, и бороды даже отпустили. И они обо мне спросили.
Я даже написала стихи по этому поводу. Они, кстати, называются «Передача на ту сторону». Это вот. Интересно. Да. Спасибо, Нина Николаевна. Я надеюсь, что ваши незнакомые вам молодые друзья в Ленинграде услышат наш разговор сегодня. Спасибо, Нина Николаевна. Пожалуйста.